Приветствую вас, дорогие зрители. После просмотра видео обязательно оцените качество новостей лайком. А мы начинаем. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент России Владимир Путин не против прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Прямая речь. Говорят, что Зеленский готов к такой встрече, и Путин в принципе не против. Путин также сообщил об этой идее президенту Эрдогану. Детали. Чавушоглу сказал об этом президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану после трехсторонней встречи министров иностранных дел Украины, России и Турции. По его словам, встреча министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы МИД РФ Сергея Лаврова была по крайней мере началом. Никто не должен ожидать чудес от одной встречи, но встреча на уровне министров – это важное начало. Что было ранее? Президент Зеленский регулярно призывает президента страны-оккупанта Владимира Путина к прямым переговорам. Однако Путин их всячески избегает. 8 марта Зеленский в очередной раз заявил, что готов садиться за стол переговоров с Путиным относительно окончания войны России с Украиной. Зеленский также заявил, что Владимир Путин ошибается, если думает, что украинцев можно сломать или заставить сдаться, а желание уничтожить Украину он сравнил с болезнью. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо за просмотр.